Елена Север – популярная российская певица, актриса и телеведущая. Объектом своего творчества артистка выбрала музыку в стиле шансона, но ее талант простирается далеко за его границы. Елене интересны телевидение и кинематограф. Она уже не раз удивляла публику драматическими образами, но планирует освоить и комедийное амплуа. Елена родилась 29 апреля 1973 года в Санкт-Петербурге. Полная фамилия будущей артистки Севергина. Родители всегда уделяли особое внимание образованию дочери с детства. Она занималась в музыкальной школе по классу фортепиано, увлекалась гимнастикой и хореографией, училась в школе с усиленным изучением английского языка. Также Елена посещала театральный кружок, студию детского творчества, по обмену ездила в США. После окончания школы девушка училась в финансово-экономическом университете Санкт-Петербурга, выбрав в качестве будущей специальности факультет финансы и кредит. Заниматься творческой деятельностью она начала еще в студенчестве, участвовала в организации показов мод, концертов, спортивных соревнований и других публичных мероприятий. Карьеру Елена начинала с должности телеведущей. В качестве финансиста не проработала ни одного дня. С композицией «Сны» Валерия Леонтьева Елена дебютировала в 2012 году. Именно тогда она выбрала творческий псевдоним. После был снят клип на эту песню с Кевином Костнером и Игорем Петренко в главных ролях. Следующая композиция оказалась уже не заимствованной, стала визитной карточкой ее творчества, называется «Ревную я». Дальше Елена исполняла песни в дуэте с таким рейтинговым исполнителем, как Стас Михайлов и другими. В 2011-м Елена решила испытать свой талант в кино. Дебютной стала роль в международном проекте «Распутин». В 2017-м молодая актриса появилась в многосерийной киноленте «Матахари», а годом позднее блестяще исполнила главную роль в полнометражной картине «Пилигрим». Также она сыграла в клипах группы «Русские» и «Земляне». При росте 1,70 м звезда весит 53 килограмма, всегда стройная и изящная, безупречно выглядит, следит за собой и фигурой. Север правильно питается, занимается спортом, регулярно посещает тренажерный зал и профессионального косметолога. Певица официально замужем с первым и единственным супругом, познакомилась еще в 90-х. Ее избранником стал основатель легендарной группы «Земляне» и профессиональный музыкант Владимир Киселев. Именно он способствовал ее творческой карьере, развитию как медийной личности. Познакомились они случайно. В 1992-м на музыкальном фестивале в Питере «Белые ночи» Север принимала участие в организации этого пафосного события. Это была любовь с первого взгляда, и они больше не расставались. Спустя пару лет Елена и Владимир поженились, а в 1997-м Север родила супругу первенца, сына назвали Юрий. Спустя 3 года на свет появился второй ребенок в семье. Мальчика назвали Владимир. Сегодня Елена и Владимир более 20 лет счастливы в браке, радуются творческим достижениям своих уже взрослых сыновей. Супруги занимаются благотворительностью. Оба сына пошли по стопам звездных родителей и сегодня занимаются своей сольной карьерой. Старший сын Юрий больше известен под творческим псевдонимом Юркис, а младший исполняет свои композиции как певец Владимир. Елена с детства занималась музыкальным воспитанием сыновей. Оба успешно закончили музыкальную школу по классу флейты и фортепиано. Индивидуально занимались вокалом. В репертуаре молодых исполнителей уже имеется несколько рейтинговых композиций. Сыновья Елены настолько заняты сольной карьерой, что времени на личную жизнь практически не остается. Оба не женаты и еще не успели сделать певицу счастливой бабушкой. А вам нравится эта артистка? Делитесь своими мыслями в комментариях.